Английский язык, лексический минимум для ЕГЭ и ОГЭ. Страница 76. School life. Школьная жизнь. 9th grade. 11th grade student. Девятиклассник. 11-классник. I am an 11th grade student. Я учусь в 11-м классе. Classmate. Одноклассник. One of my classmates is my best friend. Один из моих одноклассников – мой лучший друг. To apply to a university – подавать заявление на поступление в университет. I have applied to several universities. Я подал заявление в несколько вузов. To enter a university – поступить в университет. Last year I entered Rostov State University of Economics. В прошлом году я поступила в Ростовский государственный экономический университет. To graduate from – окончить университет. My brother graduated from Rostov State Medical University last year. Мой брат окончил Ростовский государственный медицинский университет в прошлом году. School uniform – школьная форма. Do you wear a school uniform? Ты носишь школьную форму. To study well – хорошо учиться. My brother is an excellent student. He studies very well. Мой брат отличник, он очень хорошо учится. To be late for school. Опаздывать в школу. I'm never late for school. Я никогда не опаздываю в школу. To be absent. Отсутствовать. Who is absent today? Кто сегодня отсутствует? To be absent-minded – быть рассеянным. He is absent-minded and inattentive – он рассеянный и невнимательный. To cheat – списывать. Students who cheat usually use crib sheets, mobile phone, or just look at another student's work while writing a test paper. Студенты, которые списывают, обычно используют шпаргалки, мобильный телефон или попросту списывают других студентов во время школьной работы. Crib sheet – note, шпаргалка. To write a test paper – писать контрольную работу. Compulsory education – обязательное образование. In Russia education is free and compulsory for all children up to the 9th grade. В России образование бесплатное и обязательное для всех детей вплоть до 9-го класса. Timetable schedule. Schedule – два варианта прочтения. Расписание. We have a new timetable each term. У нас каждую четверть меняется расписание. Dorms – student residence – студенческое общежитие. When I was a student, I lived in the dorms. Когда я был студентом, я жил в общежитии. Страница 78. Freshman – sophomore – студент, первокурсник, второкурсник. I am a freshman – я студент первого курса. To drop out of school – бросать учебу. He dropped out of school at the age of 15. Он бросил учебу в возрасте 15 лет. Principal, headmaster, директор школы. Our principal is strict but fair. Наш директор строгий, но справедливый. Pupil, ученик. There are many pupils in the classroom. В классе 20 учеников. To get a bad, good mark – получать плохую, хорошую оценку. I'll do my best not to get bad marks – я сделаю все от себя зависящее, чтобы не получать плохих оценок. To take an exam – сдавать экзамен. I am taking my USE in mathematics next week – я сдаю ЕГЭ по математике на следующей неделе.
To pass an exam, сдать экзамен успешно. I passed my exam 2 days ago. Я сдала экзамен 2 дня назад. To fail an exam, завалить экзамен. You should study hard not to fail your final exams. Вам нужно усердно учиться, чтобы не завалить выпускные экзамены. Unified State Exam, USE, единый государственный экзамен, ЕГЭ. Страница 79. Today I'm taking my ESE in English. Завтра я сдаю ЕГЭ по английскому. To have extra lessons, брать дополнительные занятия. I have 2 extra lessons in mathematics and English. У меня сегодня 2 дополнительных занятия по математике и английскому. Optional classes, факультативные занятия. Do you have any optional classes today? У тебя есть сегодня какие-нибудь факультативы? Diligent, hard-working student, прилежный, старательный ученик. Mark is a hard-working student. Mark – прилежный ученик. School leaving party, school prom. Выпускной вечер в школе. Children usually have a school prom when they finish school. У детей проходят выпускные вечера по окончании школы. Nursery, infant school, дошкольное учреждение, детский сад, ясли. My younger brother goes to the nursery school. Мой младший брат ходит в детский сад. Primary school, начальная школа. In Russia, school children spend 4 years in primary school. Российские школьники учатся в начальной школе 4 года. Secondary school, средняя школа. After primary school, children move to secondary schools. По окончании начальной школы ученики переходят в среднюю школу. Страница 80. Private school, частная школа. Do you like to attend any private school? Ты бы хотел учиться в частной школе? Boarding school, школа-интернат. A boarding school is a school where students study and reside. Школа-интернат – это школа, где учащиеся живут и обучаются. Favorite subject – любимый предмет в школе. My favorite school subject is English. Мой любимый школьный предмет – английский. Parents' evening – родительское собрание. How often do parents' meetings take place at your school? Как часто проводятся родительские собрания в твоей школе? Chemistry – химия. Biology – биология. Geography – география. Physical education – PE. Гимнастика, физкультура, mathematics, maths, математика. History, история, English, английский язык, literature, литература. To make up dialogues, составлять диалоги. At our English classes, we often make up dialogues and do some exercises to improve our listening skills. На уроках английского мы составляем диалоги, а также выполняем упражнения на развитие навыков аудирования. Страница 81. To translate text. Переводить тексты. Most of all, I love translating texts. Больше всего я обожаю переводить тексты. To write essays and personal letters. Писать сочинения и письма личного характера. We practice writing essays and personal letters. Мы практикуем написание эссе и писем личного характера. To stage – ставить пьесу. Sometimes we stage a musical or a show in English. Иногда мы ставим мюзиклы или пьесы на английском языке. Assembly hall – актовый зал. We have a large assembly hall in our school. У нас в школе большой актовый зал. Well-equipped rooms – хорошо оборудованные классы. There are light and well-equipped rooms in our school. В нашей школе светлые и хорошо оборудованные классы. Canteen – буфет, столовая в школе. I often have dinner at our school canteen. Я часто обедаю в нашей школьной столовой. Library – библиотека. I often prepare for my exams or do my homework at our school library.
Я часто готовлюсь к экзаменам или выполняю домашние задания в нашей школьной библиотеке. Gym, спортзал. We have our PE lessons at the gym. Физкультурой мы занимаемся в спортзале. Страница 82. Staff, teachers, common room, учительская. A teacher's common room is a room where teachers can rest and discuss some problems. Учительская – это кабинет, в котором учителя могут отдохнуть и обсудить некоторые проблемы. United class – дружный класс. I have been lucky enough to have a united class. Мне повезло, что у меня дружный класс. Break – перемена в школе. We have a 10-minute break after each lesson. После каждого урока у нас 10-минутная перемена. School holidays breaks – школьные каникулы. Where do you usually spend your school holidays? Где ты обычно проводишь свои каникулы? To revise the material learned. Повторять изученный материал. It is very important to revise the material learned not only just before your exams, but also during the whole school year. Очень важно повторять изученный материал не только перед экзаменами, но и в течение всего учебного года. To learn by heart. Учить наизусть. I'm learning a poem by heart. Я учу наизусть стихотворение. To spend time out in the open air. Проводить время на открытом воздухе. My classmates and I like to spend time out in the open air. Мы с одноклассниками любим проводить время на открытом воздухе. Страница 83. To leave town for the country. Уезжать за город. On my school holidays, my family and I often leave town for the country to spend some time out in the open air. Во время школьных каникул мы с семьей часто выезжаем за город, чтобы провести время на свежем воздухе. To sunbathe on the beach, загорать на пляже. I like to swim and sunbathe on the beach. Я люблю купаться и загорать на пляже. To go to the seaside, ездить на морское побережье. In summer, we always go to the seaside. Летом мы всегда ездим на море. To go roller skating, skating, skiing, sledging. Кататься на роликах, на коньках, на лыжах, на санках. I used to go roller skating, but now I am pressed for time. Раньше я часто каталась на роликах, а сейчас у меня катастрофически не хватает времени. To play snowballs, играть в снежки. In winter, my classmates and I often play snowballs. Зимой мы с одноклассниками часто играем в снежки. To study abroad, учиться за границей. Have you ever dreamt of studying abroad? Ты когда-нибудь мечтал учиться за границей? Foreign exchange programs, программы по обмену студентов. Foreign student exchange programs are a great way for students worldwide to experience life in another country. Программы по обмену студентов позволяют учащимся со всего мира пожить в другой стране.